Всем привет! Сегодня я расскажу вам о 5 мощных витаминах, которые помогут зарядить ваш организм энергией каждый день. Вы когда-нибудь чувствовали усталость с самого утра или не могли восстановиться после напряженного дня? Возможно, вашему организму не хватает этих жизненно важных витаминов. Давайте разберемся, какие именно витамины могут стать вашими лучшими союзниками в борьбе с усталостью и как правильно их принимать. Первый витамин, о котором я хочу поговорить, это витамин В12. Он помогает поддерживать здоровье нервной системы и участвует в выработке энергии на клеточном уровне. Недостаток В12 может привести к быстрой утомляемости и снижению концентрации. Следующий на очереди витамин D. Хотя мы его часто связываем с костями и иммунитетом, он также играет ключевую роль в поддержании энергии. Исследования показывают, что недостаток витамина D может вызывать хроническую усталость. Третий витамин – это витамин С. Помимо того, что он укрепляет иммунитет, витамин С помогает организму усваивать железо, что необходимо для поддержания энергии. Если у вас анемия или низкий уровень железа, добавление витамина С в рацион может помочь. Четвертый витамин В6. Этот витамин участвует в метаболизме белков и жиров, а также в синтезе нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, которые отвечают за наше настроение и уровень энергии. И последний, но не менее важный, это витамин Е. Он является мощным антиоксидантом, защищая клетки от повреждений и способствуя восстановлению организма после нагрузок. Принимайте эти витамины ежедневно, и вы заметите, как ваш организм станет более энергичным и бодрым.